Добрый вечер, и как всегда в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства. Сегодня хотелось бы рассказать об итогах работы за первые полгода, об итогах этой работы наших ЖКСов. Мы анонсировали, мы говорили о том, что будут системные изменения. Мы говорили о том, что будут новые подходы в этой работе ЖКСов. И речь сейчас не идет о тех кадровых изменениях, о замене руководителей, которые носили массовый характер. Речь идет о том, что действительно в ЖКСах на сегодняшний день это работают новые модели. Заработала скорая, это коммунальная помощь. И уже за 4 месяца работы скорая, это коммунальная помощь, мы можем с уверенностью это сказать, что мало того, что мы реагируем на вызовы намного быстрее, мало того, что качество оказания услуг намного лучше, и, соответственно, вызовов теперь стало меньше, потому что и текущая, и аварийная работа ведется лучше. Также хотелось бы отметить о тех схемах, которые мы уже поломали. Мы говорили о мертвых душах. Да, были резонные замечания о том, ну скажите же, где они. Фактически были во всех ЖКСах. Где-то больше, где-то меньше, но были везде. И мы не только об этом заявляем в эфирах, мы действительно доводим начатое до конца. И вот, в частности, по ЖКСу это Черемушки уже возбуждено несколько уголовных дел к бывшему руководству. Многие сейчас это подумают, что ну вот теперь в ЖКС это Черемушки поднимут тарифы. С уверенностью могу сказать, мы не будем это поднимать тарифы, мы не будем делать послабления в нашей работе, качество услуг точно не станет хуже. Хотелось бы это подытожить опять-таки новыми кадровыми изменениями. У нас на этой неделе новый руководитель в ЖКС Фонтанский и новый заместитель руководителя департамента. Оба молодые, амбициозные ребята, оба, несмотря на свой молодой возраст, с большим опытом работы, оба четко понимают, чего от них хотят, что они должны делать и что надо сделать, чтобы качество оказания услуг ЖКС стало на порядок выше. На этой неделе, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю, и об остальных наших ЖКСах будем говорить дальше.